Россияне стали тратить больше денег на домашних животных. Расходы владельцев кошек, собак и прочих питомцев изучили в Национальном агентстве финансовых исследований. За последние два года число людей, которые покупают животным одежду, игрушки и прочие аксессуары, выросло более чем вдвое. При этом самыми большими статьями расходов остаются корма и ветеринарные услуги. А 8% даже пользуются платными услугами парикмахеров для стрижки шерсти. Такая повышенная забота о братьях меньших – проявление общемировой тенденции, считают эксперты. Собак и кошек все чаще воспринимают как членов семьи и поэтому не экономят на уходе. Четверть владельцев тратит на домашних животных больше 2000 рублей в месяц, а 4% – больше 5000. В целом число людей, которые держат дома живность, уже почти сравнялось с теми, кто обходится без нее. Еще пару лет назад вторых было заметно больше. Кстати, по количеству кошатники превосходят собачников. Ну, это неудивительно, потому что кошку проще покормить, и можно, в принципе, не тратиться на парикмахеров. Это точно, а к тому же у них и 9 жизней, значит, можно меньше тратиться на содержание. Вот это замечательная суперспособность.